Привет, с вами Солнце, и я снимаю это видео для конкурса журнала ЕС. В нем я расскажу вам 5 интересных фактов о себе. Итак, поехали! Во-первых, как вы уже заметили, меня зовут Солнце, и это имя мне дали мои друзья. И много-много лет называют меня именно так. Ну а чтобы я оправдывала это имя, на каждый праздник они дарят мне солнышки. И теперь в моей комнате их больше 300 штук. Пришло время рассказать вам второй интересный факт обо мне. Я видеоблогер. В интернете я веду рубрику под названием «Знаменитые подростки». В каждом новом выпуске я рассказываю о нашем с вами ровеснике, который добился популярности благодаря своему таланту. И вот он мой третий интересный факт. Совсем недавно я стала обладательницей премии «Оскар» за пародию на фильм «Алиса в стране чудес». Правда, надо заметить, что фильм Тима Бертона получил 2 «Оскара». Надо будет получить еще один. Факт номер 4. Я читаю рэп и совсем недавно выступила на Упс хип-хоп пати. Выступать на одной сцене со звездами российского хип-хопа просто потрясающе. Когда-то я и сама стояла в зале, а теперь мне выпала возможность выступить и прокачать зал. Надеюсь, мне это удалось. И вот он, последний по счету, но не последний по значимости факт обо мне. Я принимала участие в съемках сериала «Семейные драмы» в различных телепрограммах. А совсем недавно я исполнила роль главной героини в клипе группы «Маяковский» на песню «Нравится». Совсем скоро этот клип выйдет на экраны наших телевизоров. Ну что ж, вот и все интересных 5 фактов обо мне. Надеюсь, вам было интересно. С вами была Солнце. Пока!